Народ очень странный. В Лео было вложено очень, очень много сил, очень разных людей. Лео стоил несколько миллионов. Бесплатно. Просто его жизнь стоила несколько миллионов рублей, много терабайтов, фильмов, клипов. А никто не спрашивает, сколько стоило привезти Чиба и сколько стоит воспитать его. А почему мы ищем хозяина для Рэя? Потому что Чиба и Рэй не могут жить вместе.